Индикатор для бинарных опционов CoreNFX относится к числу универсальных трендовых осцилляторов. Благодаря его сигналам трейдеры финансовых рынков могут определить наиболее перспективное направление для покупок колл и пут, а также силу ценового импульса. Помимо сигналов о развитии тенденции в ту или иную сторону, этот индикатор бинарных опционов информирует пользователя о появлении флетовых зон, когда цена продолжительное время колеблется в рамках небольшого диапазона. Этот помощник может использоваться совместно с другими инструментами технического анализа и неплохо дополнять любую торговую систему. Данный индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно. Кто не знает, как это делать, ищите ссылки на инструкции в описании под видео. Итак, идем дальше и переходим к настройкам. Настройки этого инструмента закрыты, и все, что может изменить трейдер, поменять цвет визуальных элементов. Алерты тоже отсутствуют, что, несомненно, является большим недостатком этого торгового помощника. Фактически пользователю придется в режиме реального времени мониторить биржевые торги, чтобы не пропустить сделку. Сигналом к совершению сделки служит смена цвета квадратных элементов. Например, для заработка на росте котировок трейдеру следует дождаться появления желтого цвета после зеленого. На открытии следующей свечи можно покупать бинарный опцион колл. Когда же необходимо выполнить обратную операцию и сделать ставку на снижение цен выбранного актива, необходимо дождаться смену цвета квадратов с красного на желтый, после чего в момент начала нового временного интервала купить опцион put. Индикатор CoreNFX формирует много эффективных сигналов к покупке бинарных опционов. Торговля с ним будет более прибыльна в периоды, когда на рынке возникают сильные однонаправленные ценовые импульсы. Стоит иметь в виду, что во флете могут возникать ложные признаки к открытию сделок. Поэтому в таких ситуациях следует использовать дополнительные методы фильтрации, приемы технического анализа или паттерны Price Action. Освежить свои знания по этому поводу мы рекомендуем в цикле статей, которые вы найдете по ссылкам в описании под видео. Помимо торговли бинарными опционами, этот подвальный осциллятор способен эффективно применяться в скальпинге на рынке Forex. Один из вариантов применения – заключение сделки на смене цвета с красного на желтый для продаж и с зеленого на желтый для покупок, с последующим закрытием сделки при смене с желтого на красный или зеленый. Заключение. Индикатор CoreNFX может активно применяться в скальпинге бинарных опционов. Он понравится тем, кто предпочитает совершать быстрые сделки и в целом всегда обеспечит трейдера большим количеством очень неплохих моментов для совершения транзакций. Однако, торгуя с ним на бинарных опционах, старайтесь избегать консолидаций и флетовых участков, а также совершайте операции только в активные часы работы рынка. Не забывайте тестировать любой индикатор или стратегию исключительно на демо-счету с применением правил риск-менеджмента и мани-менеджмента, только у проверенных брокеров, найти которых очень легко на нашем сайте. В рейтинге брокеров бинарных опционов ищите ссылки в описании под видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!